Вот застрял трактор. Не часто такое можно увидеть, но трактор действительно застрял. Шлифует обоими колесами, потому что там просто элементарно вырыта яма коммунальщиками и ни хрена не засыпано. Там уже зелок проваливался при мне лично. Теперь вот трактор. Ну, что будет с легковой машиной, если она туда заедет, вообще трудно предположить. Потому что там яма глубиной 1-2 метра, это точно, затопленная водой. Ну, сейчас посмотрим, чем все дело закончится, если уже даже трактор выехать не может. И вот проезжающие всякие Шевроле, Нивы его точно оттуда не выдернут, это точно. Это нужен как минимум трактор или КамАЗ. Причем эта яма здесь уже года так полтора точно стоит. Никто ее заделывать не собирается, наверное, сколько туда не проваливайся. Пока, наверное, туда какой-нибудь танк или тополем военный не провалится, ее так никто и не заделает, да и то не факт. Ну, чувствую, трактор тут своими силами не справится. Несмотря на все старания тракториста. Он может ковшом себя, правда, подпихнуть. О, пошел процесс. Во. Ну, вроде как выехал. Если сейчас опять не провалится. Да нет, вроде нормально. Вот такие вот суровые ростовские ямы на придворовой территории. Вот и выехал. А, так ее снежком вообще красиво припорошило. Все, даже там хрен видно, что он там есть. Вот она шайба. Вот. Фабрика «Малыш», напротив которой все это дело и происходит. Вот он, наш многострадальный трактор, который смог без посторонней помощи преодолеть все чудеса техники ростовских коммунальщиков.